Доброе утро. Здравствуйте. Я только проснулась. Время 11 час. Вот хочу вам показать. Вот. Ночью мело немножко, чуть-чуть снежку подсыпало. Но все равно еще мало снега. Вот хочу съездить в магазин. Тут пока меня не было, открылся секонд-хенд. Вова, как в Питере. Вот хочу съездить посмотреть, что это такое за Вова. Сейчас оденусь и на улицу. А почему я сегодня так поздно встала? А потому что не могла уснуть вчера. Начиталась ваших комментариев до слез просто, мои золотые. Ой. Так всех жалко, кому плохо. Прям взяла бы к себе, прижала бы. Держитесь, мои хорошие. Я в таких случаях всегда говорю, никто не обещал, что жизнь будет чудесной и прекрасной. Это мы только мечтаем об этом. Вот я доехала. Вот он тут новый построен. Угу. Хорошо, людей мало, хоть можно посмотреть нормально. Вот снежочек-то беленький, чистенький. Ну ладно, пойду. Ну, как все показать одной рукой, наверное, я не умею так. Блин, вещей много. Ну, не знаю, может быть, тут есть отдельно сток, но так вот. Конечно, все ношеные, переношенные. Есть ничего, прям почти не ношеные. Вот. Ну, похожу, посмотрю. Может, что найду. Так, это рубашки мужские. Что я нашла нового, все мне, конечно, мало. Может, если только вот эту взять, вырез большой, но тут шарфик можно. Ну, а так все мало. Что час времени ушло у меня, вся я мокрая, вспотела. Искала я вещи только новые, не ношенные, вот. Штук 5, наверное, малы мне оказались. Вот, взяла я флисовую прям курточку на подкладке Крым на весну, одну вот блузочку, то ли короткое платье, не знаю, как его назвать, и шарфик. Вот. Сейчас надо позвонить Иринке, она что-то хотела от меня. И будет видно, что дальше делать. Ну вот, надо еще сходить в магазин, молочка купить, что-то мне еще было надо. Иринка звала в гости. Я говорю, нет. Это чревато последствиями.
хороший, конечно, праздник, Новый год. Но вот что мне не нравится, это вот это такси в три раза подорожало. Вот так разобраться, с какого хрена? Что у них, в чем-то работа изменилась? Вот это мне не нравится. Вот. А так, конечно, хороший праздник. Что и говорить-то. Сейчас пойду в фикс прайс. Опять перчатки где-то оставила или потеряла. Памяти вообще нету. Интересно. В холодном, темном Мурманске. Такой фонтанчик в магазине. Сразу хочется на море, на пляж. На песочек, под теплое солнышко. По магазинам прям расцвело. Вот мне очень нравятся эти вот квартиры 93 серии. Во всяком случае, они в Мурманске, ну, такие первые более-менее современные квартиры по сравнению там с хрущевками, с девятиэтажками. Вот. Но балкон тут. Вот давайте я вам покажу. Вот балкон. Это называется «Одному выйти покурить». Вот кто так строит? Для кого это? Балкон. Сегодня более-менее ясная погода, и видно, вот там желтый дом, 4 года назад он только достраивался, когда мы уезжали. А вот эти вот домики небольшие, это уже построили уже без меня тут. Вот там заснеженное белое вдалеке, это озеро, Питьевое называется. Вот. А эту землю все, участки поделены для многодетных семей. Вот уже строятся люди.
Постепенно все застроят. Собачки гуляют. Прям расцвело. Уже потемнеет через час. Вот такой наш север. Ой, мои дорогие, как летом тут красиво. А осень когда? Все сопки такие оранжево-красно-зеленые, коричневые. А сколько же тут грибов? Ну, я надеюсь, что осенью покажу вам, сколько грибов у нас в Мурманске. Вот так вот. Полярная ночь. Порадует немножко, и опять все стемнеет. А я пока пойду стирать свою новую кофточку. Она хоть и новая, но мятая вся. И вообще валялась непонятно где. Надо постирать. Стирать собралась. Тут еще надо разобрать. Вот купила камбалу, шпроты, фунчозу, сгущенки и шампунь с персилом. Вот. А что мне одной-то много надо?